выйдет новая кинокартина, она будет называться «Целую жизнь назад». Она выйдет на России, 10 серий. Мне кажется, что это будет совершенно неожиданное кино. Ну, по сравнению с тем, что, по крайней мере, идет, мне кажется, это такая история про... Я играю там биолога, давно этим не занимался, но, тем не менее, кажется, что все очень хорошо получилось. Полина Кутепова, Виктор Раков, ваш покорный слуга, молодая актриса Вероника Вернадская. Интересная история, 73-й год, про то, как... ну, в общем, про... Я вообще это посвящаю своему отцу, который вот так вот и прожил свою жизнь, и, как сказать, будучи академиком. Знаете, у нас столько непризнанных людей в стране, создавших великие вещи, но, тем не менее, все-таки вот... Ну, в общем, посмотрите, в октябре месяце выйдет эта кинокартина, а там дальше уже что-то будет такое, еще одно на Первом канале, еще что-то там. В общем, сейчас будет 3-4 фильма, которые так до Нового года выйдут, видимо, с шумом.